Приветище! Сегодня у нас с тобой новенький симулятор. Это симулятор разбора старых кораблей. Это демка. Мы, короче, ждем еще выход этой игры. А может быть, он не состоится, может быть, состоится. Все зависит, короче, от нас. Если нам игрушка понравится, ну, в смысле, не только от меня и тебя, да? От большого количества людей все это зависит. Это обучение мы пропустим. Так что, если тебе понравится, не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. Ну, а мы начинаем. Это кладбище кораблей. Видишь, кругом корабли, старые, ржавые, куча металла и прочее-прочее. Металл этот мы сейчас будем сдирать и продавать. И не только металл, куча всего другого. Будем покупать нужное нам оборудование, чтобы это все соскребать. Апгрейживать палатки продавцов за свой счет и кучу всего интересного и другого. Да, в общем, нам говорят, иди и найди металл, который можно отодрать. У нас с тобой есть вот такая вот кувалда. Пойдем что-нибудь отколошмарим. Вот, например, по заданиям нам нужно сломать вот эту фигню, получить с нее купер и стил. То есть металл и медь. Вот так вот. Забираем купер и стил. Можно было бы сразу это все оттащить в машину. Видишь, у нас тут крутая машина есть. Это моя тачечка, да, вот такая вот джипарик. Ну давай, наверное, я оттащим. Чего бы нет. Вот, все, я перекинул все это в наш джипарик. Но этого маловато. Маловато, надо купить что-нибудь, отодрать здесь что-нибудь еще. Так что давай посмотрим. Вот, например, вот эту штуку еще можно тоже отлупить, отколупать. Что-то не бьется. О, началось. Пошла жара. Ништячок. Это тоже отдерем и продадим. Чисто металл. Когда я подхожу, я сразу вижу, что получу с этой детали. Вон там стайнлесс, каленая сталь, возможно, или что-то другое, возможно. Тут у нас только сталь. Тут нужен другой инструмент, более улучшенный молот, потому что вот этим молотком я не расколошмарю эту штуку. Грусть, печаль, обида. Давай зайдем внутрь, посмотрим, что внутри. Ух ты, длинный ящик. И чтобы его открыть, нам нужна отмычечка. Понятно. Тут больше, в принципе, ничего нету. Это тоже с отмычкой. Этот тоже с отмычкой, все заперто на старом-то корабле. Чертова сигнализация автомобиля сработала. Выключите, пожалуйста, свой автомобиль. Забираем какие-то штуки интересные. Ну, короче, давай. Я сейчас добиваю вот этот вот металлический цилиндр. Вот так вот. И мы едем с тобой продаваться по заданию. То есть мы сюда еще вернемся в любом случае. Хотя я бы, наверное, еще что-нибудь здесь попробовал. А, ладно, все, поехали. Вот и наша тачечка, отличная машинка, могу переключить вид, и как ты видишь, за рулем никого нет, я призрак. Я призрак на кладбище кораблей. Вообще это загадочное место. Но мы, собственно, приехали, вот два чувака, которые мне будут помогать. Один чувак торгаш оборудованием, всем инструментом, который мне понадобится, а этот покупатель, он скупает все, что... Ой, забыл с тачки достать. Он скупает все, что я ему принесу. Мусор у нас разделяется на три категории. Обычный мусор, редкий мусор и эпический мусор. Ну и как ты понимаешь, чем круче мусор, тем он дороже стоит. В общем, у меня здесь, как ты видишь, есть и обычный, и редкий, и все это я продам ему за 253. Отлично, у нас теперь есть деньги, и я получил новый уровень, new level. Сейчас мы подойдем к этому чувачку и прикупим у него ножовочку. Она стоит $80, мы ее покупаем, и нас обучает, как ей работать. Мы, конечно же, все это знаем. Можно даже ее покрутить вот так вот. Все. Мы поняли. Крутая ножовка, спасибо тебе. Также мы теперь можем еще прокачать способности. Да-да-да, у нас есть крутые способности. Смотри. У нас есть способность на хаммер, есть на пилу. Вот это давай качнем. Хаммер наш, потому что у нас дальше идет увеличение слотов в рюкзаке и в машине. Это нам очень пригодится потом. Все, я прокачал две способности. Теперь нам нужно апгрейдить наш магазинчик. Сейчас ты видишь, он вот такой вот нищебродский, бомжотский. О, кстати, надо же купить эти отмычечки. Подожди, отмычки продашь? 120 стоят отмычки. А у меня сколько? У меня 173. Мне хватает, отлично, покупаем. Еее, все, мы теперь можем с отмычками вскрывать все, что захотим. Спасибо, дружище. Я к тебе вернусь, проинвестирую, и ты построишь себе чудный огромный магазин. Надеюсь на это. А, подожди, 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 старикан. Я забыл посмотреть, что там тебе нужно для апгрейда. Где шоп-апгрейд? Вот он. Значит, смотри. Нужно забашлять ему $500, плюс притащить еще 10 стали и 5 меди. И тогда у него будет вот такой вот ларек-марек. Это очень круто.
Так что садимся в свой трак и мчим вон к тому здоровенному кораблю. До него еще даже не дотрагивались руки разборщиков. Я буду первый. Первый, кто начнет его разбирать. Хотя не факт, может, там уже кто-то полазил. Сейчас мы это выясним. Огроменный какой здоровый. А как я на него, интересно, залезу? Там же даже нет этих подъемных лесенок никаких-то. На судне написано 400. По всей видимости, 400 тонн он перевозил ранее. А может быть, еще больше. А, вот, смотри, тут лесенка есть. Кто-то уже позаботился о том, как я буду взбираться на эту монстрюганище. Ура! Мы наверху, мы наверху. Ты посмотри на это. Сколько здесь кораблей. И там корабли, и там, и сям. И везде, по всей видимости, я могу лазить. Чума. Но это похоже на какую-то бухту, или это остров? Ну да, это остров. Это какой-то остров. Так, значит, ну, у нас есть пила. Вот она пила. Давай-ка мы попробуем ее. Что я могу с ней отпилить? Вот эту трубу смогу? Нет, здесь нужна болгарочка. А вот эту штуку можно? Нет, нельзя. Черт. Вот тут вот есть такие балки металлические, и их я могу срезать. Давай попробуем. И тут у нас медь. Сейчас мы его быстренько распилим. Вот так вот. Ага, что-то мы прорезали, но не смогли собрать. А если вот так? О! Понятно. Короче, нужно срезать от края до края. Так будет намного выгоднее. Есть. И вот это тоже срежем. До последней капли все отдерем. Спасибочки. А теперь давай по-другому попробуем срезать. От края до края. Вот так. Вроде как порезали. И здесь тоже. С краешку аккуратненько. Вот так вот. О! И выхлопа больше, и работы поменьше. Значит, так и надо работать. Ну, давай здесь тоже тогда отпилим. Готово. Надо посмотреть, что у меня там в рюкзаке. Не забился ли он у меня еще? Ей, спасибо. Ну, еще сейчас молоточком что-нибудь отколупаем. О, так у меня места вообще полно. Можно еще что-нибудь отрезать, подожди. Чтобы было по 5 меди. Тут стак получается по 5 единиц, да. Все, готово. Один возьмем, два пускай тут валяют. Подожди, не понял. 4. А, ну вот, теперь 5. Все. Идем смотреть, что тут еще есть. О, открытый контейнер, где лежит алкоголь. Cast iron. Еще какая-то. Нифига себе, сундук. Сундук, ты прикинь, сундук. А у меня есть отмычка, наконец-то она пригодилась. Так, что-то сложновато, слушай, надо вот так вот, я, по-моему, делал, да. Так подходит, еще, еще, черт, ну уже больше, во, вот так, наверное. Ей, открыл сундук, смотри, сколько, это пиратский сундук, там алкоголя просто немерено. Алкоголь старый, забродивший, который пить не стоит, потому что от него может быть плохо. Тут вроде бы все ок, ну отлично, значит, те сундуки тоже надо будет потом пооткрывать. Точнее, не сундуки, а ящики. Ой, я сюда могу зайти? Ни-жи-жи. Вау, ну тут точно никого до меня не было. Я первый проходимец. Сейчас все сливки сниму. Денег подзаработаю и отсюда свалю. Отдыхать где-нибудь на Малибу. На своем корабле. Газовый баллон могу молотком расфигачить. Так, подожди, ну давай это сделаем. Надеюсь, он не бомбанет. Он пустой, правильно? Заберу с него металл весь. Еее. Железо и металл. Что у нас тут еще есть интересненькое? Сколько тут всего? О, у меня забилась вся сумочка. Пошли отсюда к нашей машинке. Так, до тачки идти, конечно, далеко. Я надеюсь, тут нет такого, что с высоты можно разбиться. Это же демка, да? Вау, подишь. Мне вообще пофиг. Плавать я, конечно, не умею. Че? Да ладно, я что, застрял, что ли? Нет, я хочу... Да, я выбрался, фух. Плавать я, короче, не умею. Да, на воду меня не пускает. Ну, классно, что нет еще дамага от падения. Но если это реализует, тоже будет прикольно. Можно будет самоубиться с корабля. Прыжком с корабля. Прыжок веры в песок. Все, значит, поехали. А, подожди, куда поехали-то? Стой, 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 стой. Давай я сейчас все это пригружу. Вот так, еще 2 слота в тачке есть. И пойдем вернемся в этот кораблик. У нас уже вечереет. 19:53. И откроем вот эти вот длинные ящики. Посмотрим, что у нас тут. Давай. С первого раза, прикинь.
Ну, тут тоже алкашка в основном. Интересно, алкоголь дорогой или нет? Может, зря я даже алкоголь собираю? Он там копейки какие-нибудь стоит. Просто место в рюкзаке занимает. Готово? Ага. Просто железяка тут. А, вот еще, смотри, странный какой-то сундучок. Давай еще. Блин. Эх, чуть-чуть не попал. Ножи. Просто одна бутылка алкоголя была. Ну все. Я думаю, что можно отсюда гнать. Сумка у меня почти забита. Давай сейчас закинем сюда. И проедемся по развалинам вот этим вот. Да-да. Че ездить тут все рядышком? Смотри, у развалин тоже есть какие-то остатки. Они все уже заржавели, эти старые корабли. Но что-то еще можно тут отколупать, отковырять. Возможно, эти корабли даже разбирали другие разборщики кораблей. Тавтология моя, все. Но что-то они тут упустили. Вот, например, вот эти штуки я могу еще сломать. Давай молоточком. Хлыбыш. Ну-ну-ну, что там у нас? Отлично, забираем. Ну, я думаю, что можно еще съездить к другому кораблю. Посмотреть что-нибудь еще. Залазим в тачку. Поехали. Или, может быть, продать то, что я уже насобирал. Это может быть достаточно. Сейчас мы это узнаем. Я везу, кстати, вон у меня дом совсем тут рядышком. Моя хижина. Тоже сделана из мусора. Че ты тыкаешь мою хижину пальцем? Она у меня прекрасна. Забираем вот это и продаем. Держи кучу барахла. Продать. О, 677. В принципе, этого уже достаточно, чтобы отремонтировать, точнее, построить новый магазинчик. И вот это вот тоже продать. Так. У меня сейчас $1157. Дружище, у меня есть деньги. У меня есть деньги, я могу апгрейд... А, нет, не могу. Я забыл про сталь и про медь. Ладно, хорошо. Давай тут пробежимся неподалеку по кораблям. Курицы, курицы есть. Так, подожди, где мой молот? Привет, курица. Железная курица. Понятно. Чувак в каске. Воркер, работник. А, я могу тут, видимо, работников нанимать, но в демо-версии это еще не реализовано. Круто. Очень круто. Народу-то сколько, ты посмотри. Обалдеть. Привет, ребят, привет. Эй, чувачок. Черт, он сквозь меня проходит, смотри. Я его не могу даже остановить. Понятно. Да, живенько тут, живенько. Что мы здесь имеем? О, смотри. Вот тебе, пожалуйста, и сталь. Сейчас мы тут быстро все наберем, не надо даже до корабля ехать. У нас уже, в принципе, ночь, 22:17. Скоро будет уже 11 часов ночи. Пора закругляться с рабочим днем. Еще алкашка. Мне, пожалуйста, купер, купер. 10 стали нам нужно было, у меня сейчас 4. Ну, быстренько сейчас наберем, не проблема. Ее тут навалом просто. О, купер. Точно, купер. А, вот, смотри, вот тут балки есть, смотри, вот так, они вот так вот выглядят. Но если я сейчас это все срежу, он будет не квадратный. В смысле, медь будет не квадратная, а круглая. Вот, мне вот это, конечно, непонятно. Почему так? Вот мы срезаем это все дело. Сейчас с другой стороны. Давай. Блин, кусок оставил большой. Вот, смотри. Вот медь. Я видел, да, что я резал и что в итоге получил. Быстрая переработка. А, вот тут давай тоже дорежем. Грех оставлять столько. А, с этого я ничего не получил. Ну, ясно. По всей видимости, я просто срезаю и сразу переплавляю медь в такие удобные блоки для себя. Черт, как темно. Фонарик есть? О, я... фонарик есть, отлично. Шикарно. Мы с тобой гуляем по ночной свалочке. И ничего нам не страшно. Главное, на пиратов-призраков не наткнуться. А то ж капец обосремся. Все, все, наконец-то я набрал, я нашел тут, по пляжу пробежался, нашел металл, точнее сталь, и можно теперь обгрейживать, обгрейживать иначе магазинчик. Покупаем. Итак, вот был магазинчик, и сейчас он превратится в огроменный сарай, о да, и у нас появились дополнительные инструменты. Это болгарка и новый молот за $300 и за $400. У меня с собой 657, давай возьмем, наверное, болгарку, мы ее купим. Вот, покупаем. Да, круто, у нас теперь есть болгарочка.
можно теперь что угодно с ней отпилить, распилить. И мы это проверим. Но, наверное, надо поспать, да? Потому что капец уже темно как, а? Очень темно. У нас еще есть поинты, скилл-поинты. Нужно их вкачать, вот, соответственно, в рюкзачок. Что это у нас? Hammer Damage, а это Hammer Speed. Ага. А что у нас не открылись? Еще какие-то инструменты, странно. Ну и кар-слот давай еще откроем. Вот, я это и хотел изначально. Все, да, дополнительный слот тут и в тачке. Пойдем, короче, подрыхнем. Потому что уже ночь. Ночара. О, у меня комп есть. А можно зарубиться в что-нибудь? Нельзя. В демо-версии нельзя. Бородень. Черт, я хотел расслабиться вечером. Ладно, давай спать. Finish your task. Да, финиш. А, закончить нужно. Да блин, так темно же уже. Ну как так-то? Ладно, значит, у меня есть задание найти на корабле скрытую комнату, короче, какую-то. Ладно, поехали, что. А, подожди, я с трака все же достал? Ну, вроде все. Ладно. Включаем свет и погнали. Скрытая комната находится на большом корабле. Я ее не нашел еще, но сейчас разберемся. Сейчас разберемся, где она. А слушай, а тут у нас есть дамаг машины, например, если я влечу вот в этот корабль, у меня тачка разобьется или нет? Тачку чинить тут надо? И... Не, нифига. У меня очень крепкая тачка. Все, выходим. Врубаем фонарик. И идем по ночному старому кораблю искать скрытую комнату. Потайная комната Гарри Поттера. Вот это я забираю все. Хотя, что все собирать? О, нифига себе, скрытая комната находится где-то на третьем уровне. Ладно, пойдем. Блин, как тут стрёмненько так бродить. О! Первый попавшийся хотел открыть комнату, а она закрыта. Так, сейчас. Сейчас откроем. Да что ж такое-то? Ну, чуть-чуть еще. Есть. Что тут было заперто? А нифига толкового. Это просто склад какой-то. Вот еще ящик. О! А в ящиках что-то было. Ага. Контрольный ящик. Можно разломать и получить железо и сталь. Нет, не хочу. Молотком я уже заработался. О, нам сюда. Нам надо подняться на третий ярус. Очень много здесь помещений. Так, не понял. А, я думал, что, почему тут стенка? Мне туда пройти надо. Как я это сделаю? Тут обойти просто надо. Вот она, эта комната, я ее нашел. Смотри-ка, туда не попасть. Кто-то пытался туда пробраться, видишь, уже загнул дверь. На самом деле это не скрытая комната, просто комната, в которую сложно попасть. А если я здесь зайду? Может, там есть проход между комнатами? Ну давай, чуть-чуть еще. Есть, открыл. Открыл, контрольный ящик. Нет, между комнат сквозного прохода нету. Это печалечка. Что делать будем? Нам нужна помощь. Можно мы просто продолбим тут стенку, да и все. И вопрос решится. Но у нас есть еще вот эта вот комната. Давай посмотрим, что у нас здесь. Та-ра-тан. О, ящик. Давай, давай, давай. Блин, еще чуть-чуть. А, не так, промахнулся где-то. Есть. Забираем. Куча всего, что у меня по рюкзаку. Рюкзак тоже забит. Опаньки, гляди-ка. Кажется, я могу тут своим молотком разбомбить вот эту штуку. Но, чтобы туда добраться, мне нужно еще распилить вот эту трубу. Хорошо, что я купил болгарочку. Слушай, что я тебе хочу сказать. Мы еще и не работали, давай попробуем... Как она будет резать? Как ей резать? Ну-ка. А так же, как пила работает, просто электрическая. Давай, режь, что ты? Что тебя смущает? Пили. Готово. Сколько алюминия. Так, давай мы, знаешь, что с тобой? Купер можно выкинуть, ойл. Я так и не посмотрел прайс. Прогресс. Про скилл. Блин, надо было прайс запомнить и выкинуть то, что мало стоит. Но я думаю, масло, точнее, ойл, это что у нас? Топливо какое-то, масло, да. Может, оно не выкидывается. А, вот, вот так. У-у-у, сколько я там выкинул. А вот это все заберу, потому что это более редкий предмет. Алюминий. Он ценнее, чем всякий ойл.
И здесь давай. Отлично. Забираем. И теперь ломаем стенку. Можно мне электрический молоток? Чтобы не калашмарить себя так вот стенки. Есть, мы пробились, мы пробились. И что же здесь такое? Чем мы тут делаем? Новый уровень. Давай прокачаем скилл. Значит, скилл по молоту вкачиваем. Возьмем вот это, алкоголь. Что в ящике? Зачем мы сюда вообще шли? Прям задание нас сюда вело. Тут что-то, значит, ценно лежит. Так, что там? Покажите, покажите, покажите. О, лед. Что такое лед? Я знаю, что лед-лампы существуют. Значит, вот это вот железо выкидываем. Железо выкидываем, а вот этот лед берем. Ага. Здесь тоже лед. Еще ценные есть какие-нибудь? Сейф! Тут есть сейф. Вот зачем нас сюда вели. Черт, первая отмычка сдохла. Видимо, сложный замок. Давай чуть-чуть, еще чуть-чуть, чуть-чуть. Не в эту сторону. Вот так вот. Нет. А, еще одна отмычка сдохла. Да, замок сложен. Есть, открыл. Открыл с третьей попытки. Так, железо, железо, ойл. Ну, в принципе... Вот это давай уберем, чтобы открыть дверь. Больше здесь ничего нет в этой комнате. Так что откроем дверь. Open the door. Так что я думаю, что можно отсюда сваливать. Хотя здесь есть провода, но их срезать никак. Никак. Но есть еще труба. Давай трубу вот эту срежем. Прям с самого верха. Так. Угу. И снизу. Готово. Забираем. Ну, вроде бы как тут все. А можно еще повыше подняться? Вау, красота какая. Сколько у нас? 1:49 времени. И время почему-то замерло. Оно остановилось. Эй, йоу, трак, ты соскучился по мне? Один-одинешенький тут стоишь в ночи. Врубаем свет и поехали. Значит, держи ценный металл. 1500 за все. А, кстати, я хотел посмотреть ойл, сколько он стоит. Короче, смотри, ойл самый... А, нет. Ойл дороже, чем... Ха, сталь стоит, оказывается. Надо было сталь выкидывать. Понятно. Купер. Потом железо дорогое. Алкоголь очень дорогой. 50 стоит за бутылку. Ясно, короче. Вот он, этот молот. Покупаем его. Дайте нам... Продайте его, пожалуйста. Купить. Все. Теперь едем отдирать те инженерные пистоны. Мы на месте, мы спустились в трюм, достаем наш новый молоток, смотрим, как он выглядит. О, выглядит по-другому. И начинаем отковыривать эти пистоны. Ничего себе, как он быстро их отколупывает. Забираем. В принципе, все, мы добыли все, что нужно по заданиям. Но сейчас я чуть-чуть тут еще поломаю все это дело. На продажу, так сказать. Ну, все, в принципе, я думаю, что достаточно. Достаточно мы насобирали. Инвентарь уже почти полон. Суть игры ты уловил, надеюсь. В принципе, она интересная, эта тематика. Такого я еще не видел, не встречал. Хотя, может быть, и было, просто мне не попадалось. Ну, в общем, мне зашло. А как тебе? Пиши в комментариях, зашло или нет, и хотел бы ты увидеть полноценную игру. Сейчас быстренько все это дело продаем. Сколько получим? О, 1400. Включаем фонарик. Да, домик у меня, конечно, такой себе. В общем, если понравилась эта игруха, то не забывай ставить лайк под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых видос. А на этом все. Я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся с тобой в следующем видео.